был призван Гормак, пронзающий бивень. В бой, герои! Так, если что, я ролю надо... Пришествие Бога, да, Кристо? Да. Пришествие Тверка. Кристал, дай. Более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Пришествие Тверка. Давайте рост. Сумоньки пишет. Ну, Сумоньки. Блин. Джулиан, ты забирай, если чё. Так, я скажу, когда тебе прожать незыблемость. Прожимай незыблемость. Сейчас прожмёшь... Олег, ты знаешь, что Снобольд даёт соло? Да, знал об этом. Специально подбежал? Нет. Просто отбегаю от ножа. Ничего не делать сейчас. Как сало кому-то давать. Сбегайся. Сними бог, Джулиан. Давай, Джулиан, ты лево пота... А, ладно, Митриус лево потанчит. Право, где Маронайзер. Джулиан. Так, Джулиан забрал на себя груз, отлично. Отводи лужу. Ты рано прошелся, мне кажется. Был только один плевок. Или я ошибаюсь? Ты прав. Должен еще... Вот сейчас еще раз блеванет. На сову блевануло. Так, звезда. О. Полипало. РДД... В РДД зону... Бегу. Отлично. И на Митриусе паралич тоже звездочка, если достаешь. Никто не умер, кстати. Умирал Тайгет, шаман. Червяк. Если никто не бьет, то это ДФБ. Раз при сумоне. Не, был, была смерть. Спасибо, доктор. А у нас что, ДЦ вроде? Да нет, вроде. Ну что? Да, сотрю половина рейда в щитах. Кто-то щитует весь рейд. Да, ДЦ. Ты вот. Щитуешь вроде. Мы в 6 химов, да? Школе пист. Мэй. Забирай босса. Пипец. Там уже шаманду. Да, некому снимать, так что... Следите за тем, чтобы не попасть под его топы. Кто не убежит, тот Старфол. Ой, прожми.
главное теперь. Войт не убежал, странно. Где-то стояла Долгас. Да, у нас два вагона в рейде выйдет. Что тагет? А, не, тагет 5.8 уже. Ага. Рокстер, значит, в ШПС пикнешься потом. Придется. У меня нету другого спека. Ты ДЦ? Я не знал, что ты ДЦ. Карус, там вагон. Трисия, беги. Ё-моё. Что, гоните каждый этот самый ловить? Стан слишком долго, ребят. Все чудовища! Понимаете. Так. Моль, ты дэсэн. Рокстер, давай. Вот смотри, вот 9.8 для моего шмота и для первого раза ДД нормально? Фей. Так у тебя охуенный шмот. Чё, Лен, спек не тут? Не да. Кралька. А, чё? Пока вставь. Сейчас. Можно такой один вопрос? Вот когда спадает вот этот разорвать и в то же время и дикий рев, что профитнее, рев или разорвать бежит на босса? Рев. Изначально рев. Спасибо. Ну это в приоритете, он должен всегда висеть. Разорвать надо вешать только КД 5 очков. Ну это я понял, да, 5 очков. Тагет, у тебя есть ДД? Готовьтесь к бою. А так мы были вообще в 7 хилов, да? А вот укусом когда бить? Когда идет больше 8 секунд, на этом стоит разорвать на боссе? Да, и под берсу профитно, раз повесил разорвать, можно 3 раза успеть настакать этот свирепый укус. Там все неоднозначно, у кота там вот это вот, если ясно в смысле круга, это вообще меняется все. Да, согласен. Ну и плюс ход и от Эрдру иногда. Чекает, он поставит. А кто бы хотал еще, блядь? Ну да, вот это ж беда. Плюс не всегда прокает. На шару прилетит. То есть и два Эрдру влияет, это другое дело. Это 7 хилов, это дело. Ты покорен мне, демон! Скинули кичат название дома. С энергией у кота вообще проблема. Я еще второй по отхилу, хотя было 6 хилов, охренеть. Быстрее, герои, расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он Эредарский повелитель пылающего легиона. Че в ЦУК было? Весело или не? Все хорошо было. Трисию спроси. Ну че, Триси? Мне Синдра понравилась. Ну да, мне Синдры кикнули нахуй. Кто кикнул? Типа я неправильно поступил, ну там еще что-то. Я кикнул. Вот, когда мы говорили, Амдерис не выбежал с метки. У Пасала прилетело. Амдерис, у тебя есть ДБМ? Тагет, метка. Ну, то сам Пасала прилетело. А за что ты решил кикнули?
А то. Вулкан, давайте вулкан. Мне походу тоже слайды, потому что я его только сейчас увидел. Слышно меня сейчас, да? Да. Сыграйте по этим инферналам. Так, маны нет. Хильте череп. Филипс, ты должен запомнить, но тебе же испепеление плоти. Этот дебаф нужно захиливать и не выбегать с ним. Ты понял? Пора бы запомнить, что здесь два вида дебафа. Пламя Легиона, с которым надо выбегать из рейда. Испепеление плоти, которое нужно захиливать просто. Так. Так, ролик на мы. На утешение. Вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса. Демонов на воинов Орды. Ваша... Блять, филиппец. Горят от цены на каких-то боссах. Уступал Рестер Шаману, передаю Филипцу. Ну говорят, на каких-то боссах надо на ДС. Это миф. Дайте 100 магии, что ли. Прошу, это миф или не миф? Надо, не надо, но на некоторых боссах. Мне он плащ, ой, пояс роли на мейн. Она не котируется, по-моему, на ДЦ, да? Или тоже канает? Вот это... Нет, на каких-то боссах говорят. На ДЦ нет вообще ни на каком боссе. А, ну тогда давайте кому-нибудь отдам. На холле приста, да, там холле нормально, приста, в принципе. Кому там отдать его? Я ж только ДЦ делал, холика не смысла не делать. Ну оставь себе, сделаешь холика когда-нибудь что-то. Ну что, третий спек делать еще? А что? Достанешь шипы играть. ДЦ это боссы не спек. Шипы снеси. Это ты боссаный воин, блять, а не спек, а боссаный. Косагрел, блять. Если бы вы запомнили, да, сегодняшнюю фразу, которую он этот при соборе рейда был по поводу шамана. Если он будет качнет шамана, он будет ходить только в рестере. Я? Я вообще ничего не говорю. Да, ты. Ты чё, это не я говорю. И еще такой ты вопрос, мы с Ракота. И сказал, что это говно и все прочее, у тебя глаз дергается. Да. Сколько? Ну вот будешь, если шаманом, будешь ходить только рестер. Вот скажите, пожалуйста, сколько меткости надо коту? Ну как и миликом, наверное, 8, нет? О, 18%. 18. Ну, в цифрах сколько это? 224. 670. Не могу, мне надо еще добрать несколько. Да. Хорошо. Волшебный огонь не дает меткость коту. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. На ДЦ хорошее утешение. А кто сказал? Кто-то говорил. Наличается. Да, его еще есть танк спеки. Ну если только на лича. Хорошо, вас нету. Джулиан, давай Фурика, Биос, АДК, Деморнайзер, Рогу. Мы будем играть в Ханта. Энх. Охоты. Энх, Олег. Потом будем играть в Энха, кружочек, квадрат, сбиваем косты, просто ему АВЕшно. Играйте все, потом кружочек. Чек. Покидаю корни на Энх. Кресты,
Выставляем на панели рассеивания, жмем на цель, которую бьем. Снимаем ход и все. Пошли, погнали танки. Давайте в звезду и сразу играем. Так, фир, ну... Ай, блин, у меня не забиндены клавиши здесь, наверное, с диспелом. Диспельте вместо меня, пока не сбили каст. Ну, квадрату никто не собьет, да, каст? Поднимаю. Бежать не судьба. Да спите, я встану. Нас бить каст, не судьба. Так, папис, поднимай пришельца. Не, ну вы, блядь, будете забирать кого-то? Пристей, снимаем дисплей, со звездочки бьем ее. Клайман, поднимай кральчика. Не, Клайман, поднимай нубахила. Звезду добили, быстрее, диспельте звезду. Теперь кружок играем. Все в кружок. А, звезду добейте, диспельте звезду. Диспельте звезду, присты. Страхи был. Вы контроля никакого не даете. Дайте эфир этим пидорам. Че вы стоите, сука? Пиздец вы. Ай, ладно. Ну, теперь можно падать. Че, все, все в БР? Падай. Да, падайте. Не распадет. Не знаю, ребята, вы как будто пышки встали в небо смотрите. Падаем, значит. Ничего страшного. Танки обосрались просто. Про всех не говори. Какой-то танк там. Там... Всегда первым играем Лока, потому что он под себя кастит ВЕ. Сбивали, он сбивается тоже, и важно. Вообще в чем проблема? Нет, Лока, каста, по-моему, не сбили. Лок не проблема в рейде, если сбить каст. Нет, если б я был за, не знаю, паладина, за шамана, за друида, я бы спокойно сбил каст. А фир у меня был на КД. Отлично. Просто надо контролить хилов, кидать сало, вихрь, медиков, корни. Кралька, 4 эфира, 3 этих изгнания по полену. Да, это я знаю. Вы встретитесь с могучими рыцарями. Лечу. Че, может, при самом ДП дай? Ноль диспела. Они пытались нас оклеветать. Ну да, один хилика диспеля. Тирион, позволь. Это массовое рассеивание, так сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем. Там в самом начале оно таки набираются. Хорошо. Да будет так. Там не ход, и там ход и снимали сразу. Там Хулипал, походу, его хилил, потому что очень много и мгновенно. Ну, ход и снимали. Ход и медленно снимались. Короче, басухой снимали. А сразу же, через секунду, только повесили, сразу сняли. Вот все штаги. Нет, они висели по одной секунде, по две-три ходы. Это не сразу снимали. Это снимали через секунду полторы. Так что мы будем разводить фигню. 3 милика, 4, а не 3. Ну, сейчас лоховской состав дали, ни полено, ни этот, ни ретрик, ни энг. Так, ну давай, Джулиан, играешь Рогу, Митриус, Вара, Деморонайзер, ДК. Все играем в Ханта, звездочку. Если Лок кастует,
свой яичный скилл, мы его сбиваем. Давай играть в лог. Десер сидит на ханте, дает ему дизаром эфир. После того, как сольем лог, уже будем играть в ханта. Давай попробуем еще раз так. Пришествие, бафы, кресты, танки погнали. Играем звезду, диспелим звезду. Давайте, все звезду играем. Лока не трогаем? Ну, если ты не фернешь его, когда он будет кастовать свой каст... Звезда, хан. То плюс АГП. А чё, притяжки нет? Блин, почему опять не сбили монстр, блядь? Я переварил. Раз, два, три. Я подхожу к квадрату, даю эфир. Опять никто ничего не сбил. ДК притянул меня и убил. Давайте теперь квадрат Лока. Потом будем Холипала играть. Холипал очень хорошо хилит. Что-то дамаг не вывозит ваш. У них не энх, у них эршам. На Холипала можно любого элема или энх посадить, и пусть сбивает косты каждые 6 секунд. Можно. Шарам, фибрилляция, видите, звездочка кастует. Можете звезду побить и позбивать ей косты. Смотрим. Вспышка света сбита. Отлично. Вспышка света не сбита. Вспышка света сбита. Давайте звезду теперь. Давайте потом в рестер шамана будем играть. Так, где он у нас? Вот. Блин, тогда, не знаю, лучше отправлять вара на Лока, чтобы он просто АК сбивал. А ханта убивает сразу. И где Рога вообще должен сидеть и станы на стоп спамить по ханту? Потом да. Кидать дизаром и блайнд. Да можно вообще... прямая контра ханта. Да. Можно вообще любого чела поставить, ну, фурика там, мили какого-то. Рогу, фурика. Не, Рога комбо-поинты сливает на станы. Ну ладно, я не знал об этом. Я не играл за Рогу. Там типа цепочку из контроля надо выстраивать. Единичники разные, что ли. Хочешь жить, отходите от Роги в рейне. Я не знаю, зачем ему в рейде корм дают. Он просто этот шаг за спину делает и все. Ему там корни дают. Я его хотел протянуть. А, ну да. Чтоб не убегал. Да, да. Против миликов всегда корни был. Не могу выделить креста. Где он там? Или может стрели? Стрели? Да, ладно. Играйте там, кто ближе это всех. Много маг. Ну, кружок еще есть рядом. Примерно сейчас будем бить Рогову. Амберис, даешь первый стан. Через 6 секунд, допустим, даешь стан Demon Rise с ним рядом. Потом дизарм можно поделить, то же самое. Да, первый дает дизарм, второй.
Вам вот реально в ПВП надо ходить почаще. Вроде Вася, что делаем? Ничего не делаем. Ноги делаем. Я лучше на офи похожу. Тут уже нету бога. Вот именно сидеть ждать полчаса это ебало. Да. Тут уже все это конец. Начало конца. Ну, БГ вечером. Ну, сейчас РГ 11.07. Только 12 часов выходного дня субботы. Да. Ты главное на регу сними. Не переживай, я это не потом. Хотя она не регнет. Они на ВСГ 10 человек. Брат Вар, брат Тух. Классно, наверное. Где брат Хит? Это просто пиздец, котом сидеть и искать, сука, спину где-то. Да. Поднимайте. Особенно на этих боссах, я ебу. Ты на профи почувствуешь, как это. Ну, на профи там вроде бы как прыгаешь, он сразу за спиной, вроде бы, не? Нет, там колба, а тебе надо его спина. Другие милики могут под морду подбирать и бить с рейнджи, а тебе надо спина. Когда он колбу ставит. Ну, вот эта звериная атака, тут написано, что он сразу в спину прыгает, да? Да, правильно, да, но на профи он колбы ставит, а тебе надо, и вот там долго отводит, потому что он медленный. Так вот мне уже нравится котом играть, интересно. До поры до времени. Убирайте эту тему. И еще один такой вопрос. Вот этот... Вчера мы убирали тему. Рано разорвать. Сразу обновлять, как только одна секунда будет? Или просто после спада? Кого именно? Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы. Как хочешь, так и обновлять. Жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Все от комбо-поинтов зависит. Надо комбо-поинт обновить. Как обычно... обычного босса, как, не знаю, как сурка. Смотря какого ты танчишь. Ты танчишь светлую вальку, да? Я танчу светлую вальку. Пусть они оба берут белую. А, Митриус, значит, темную берет. Джулиан светло. Ну, кстати, у нас на пула нету. Пипец. Да, тут. Да, буса. Подводи к черту. Еще подводи прям к самой этой. Ничего не делаем.
Взяли средний портал. Надо сбить щит Вальки. Давайте, давайте. Так, поднимайте танка, Джулиан, забирай босса. Клайм, поднимай Нитриуса. Есть БР? Есть. Блин, не поднимай, там Апис его поднял. А, бля, я забыл зубы отдать. Без меня. О, я даже Войду взял и задамажил. Тебе поддался. Как будто это что-то прям достижение. Перерельки. 92. 97. Перерельки. Ладно, давай кральчику он один лучше, да? Ну давай ей, пускай её будет. Ладно. Хей. Интересно, кстати, в актуале йогу побить. Плюс 0. Эти бафы пока стоим. Помогом. Флори баф. Все еще сомневаешься в могуществе Орды, Паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую боль. Давайте рыбафаемся. Чувствуем себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти. Блин, надо запускать босса, да, сейчас? Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорость. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. А вот этим размахом бить всегда, когда больше двух мобов или даже два моба? Даже два, даже одного. Да, когда куча мобов, тогда да. И еще одно, вот когда бьешь размахом, тоже надо обновлять туда глубокую рану, всякую, да? Обновлять надо, смотри, ты вешаешь на одного моба глубокую рану, сразу рев юзаешь, если ты два комбо-поинта за глубокую рану получил. И его ж размахом, и обновляешь, короче, дикий рев, и все. Да смотря на каком трэше, на каком боссе. Сейчас попробуем. Ну, если трэш толстый, то... Направлять все равно рев придется. Ну, дракончики Синдрагосы, сколько я там выдал. У меня рекорд был около 115к. А ты просто тупо размахом тыкал и все, да? Да, да, но главное правильно стать. Почему? Потому что... 6 разбав, так крест. Дайте еще лапу и все, пока. Джулиан, ты анчи слева. Лось, где я сейчас прыгаю в стороне. Видишь? Ну, я думаю, он видит Митриус на фине. Следите за своим игром на планету.
Приметриус, отдай руническое оружие, кинь 8 ВП. Ты смотрел Аквамена? Нет. Интересно. Так себе ты фильм. Природу поставьте один шаман. Любой элем. Природу. О, кстати, да. Хорошее замечание. Я забыл об этом сказать. Давайте последний трэш. Там еще будет вторая часть Аквамена. Где вторая, там и третья. Да, короче, обычный американский блокбастер без смысла. Хорошей графикой. Чё, по приколу тебе скажу, Аквамен. По Югим, старт тотем. Давай. Я только не понял, почему её броня менялась. Кто был золотой, то черный. Потому что он нашел этот трезуб этого Атланта. И стало желтым. Золотая когда? Тритон. Из русалочки. Олег, я специально посмотрю эту серию ходячих и расскажу тебе, которая выйдет. Как ты смотришь? Ты реально себя таким мукам будешь подвергать? Да я тебе сам могу. Так я сам могу рассказать, что там будет наперед. Я не боюсь спойлера, давай рассказывай. Тем более этот спойлер, это не был спойлер Аквамена. И почему он желтым стал? Призуб какой-то. Внимание, нашел. Вышел босс. А, давайте последний трэш. Блин. Босс молокос. А для войны сверхъестественное посмотрим. Последний трэш бьем. Сколько процентов уже? 50. Ого. Должно быть 39 вообще-то. Нет, после того, как он вырывается, как раз таки около 50 должно быть. Так нет, он же вышел, мы его били уже некоторое время. А сейчас сколько процентов? 37. Ну да, видишь, нет. Где-то на 2% отстаю. 32. 31. Ну, стрэш уже вышел. Давайте. Играем в босса. Геро. Тагет хиль. Или деморонайзер и Джулиона тупо. Больше никого не хилит. Тагет хиль волной исцеления МП БДК Митриуса и Джулиана. Волной исцеления быстрена. Че ты малой волной хилишь? Танков на фул держи, Тагет. Главное этого ДСР не уронить. Это неплохо. Ну, подумал, сколько трэш? Тебе зуб отдал, Джулиан. Ах, Апис умер. Да, тут мне, короче, с этим размахом надо еще тренироваться. Чё-то вообще нифига энергии нет. Один удар и много энергии забрать. Опа, чё? Сильвана? Сильвана? Да, Сильвана. Круто. О, Дессер, смотри, Сильвана. Поздравляю. А тебе говорили, Дессер, иди на рогу. Ага. Сейчас он на рогу зайдёт. И Сильвана. Тебе тоже упадёт.
Yeah.